На этот раз нам прислали разбитую дорогу у супермаркета на проспекте Октября 31. Семен Алексеев снял на мобильный телефон, как машины проезжают по ледовой полосе препятствий. Видео вашему вниманию. Если и вам есть о чем рассказать, присылайте нам интересные фотографии, видео и информационные поводы на электронную почту stv@info.sobaka.bk.ru. Лучшие и актуальные работы попадут в эфир Стерлитамакского телевидения, а тройка победителей получит от нас денежное вознаграждение.